Этим сетевая игра и крута, что тут дипломатия рулит, а не сила твоей руки. Смотри. Настолько плохого старта у меня еще не было. У тебя дипки много? Качайте. Я тебе хочу сказать, что не ты один в такой, мягко говоря, заднице. Сейчас у многих будет очень плохая ситуация. Ребята вот там вот, западнее тебя, воюют на полный износ, будут воевать. Там будет ситуация раз в 100 хуже, чем у тебя. Ну они воюют друг с другом. Ну так еще хуже. А ты воюешь с Венецией, то есть у тебя будет реальный профит, а у них там будет истощение, потому что никто никому не уступит. То есть ты воюешь с противником, который тебе скажет «да» в любом случае, когда ты его победишь, а там будет жопа. Какая разница, как это выглядит, главное, что, ну, тут же ж ты посмотри, ты по потерям в основном из-за того, что... Я видел, почему там потери. Потому дворяне что... восстали, да. И всякое такое. Ну, что это же Европа Универсалис. Это Европа Универсалис. Да. Тут все не так. Это наказание за мои успехи в одиночке. Да, это любовь. И лишний повод людям в комментариях под моими видео посмеяться. Предупреждение, это уже нагло. Что там такое? Почему опять пауза? Не бегайте. Спрашивать это? Да. У папы уже 171, и он еще не вступил в Сараи. А он уже может? Ну, у него 171. Ну, тогда я сейчас разорву союз просто, если он не вступит в Сараи. Давай. Он АФК, как я понял. Нужно с ним поговорить. Так, Никита. Никита, вступай. Его нету. Его нету, блядь. Да он дурачок. Он отошел. Он взял и ушел куда-то. У него 171, в чем прикол-то? Хорошо, не, все, я разорву союз, нафиг идите. Как знаешь. Сам виноват, Никита, если честно. Но он и так сможет вступить, у него как бы отношение на 25 уменьшится и все. Ему там вроде 140 или 150 нужно. Так, заново смотрим отношения с папой и 123. Сам виноват. Слов нет. Все, я могу вступить в серии. Вступай. О! Да. Ну зачем? Что зачем? Авторитет капает? Капает. А ты просто не отвлекался 2 минуты на мои увещевания. Я отходил. Ну да. Ну, отходил на минут 7, ты понимаешь? 10-20. Мне надо было отойти, вы понимаете? А что ты никого не предупредил, ты дурачок? Хотел предупредить, прости. Ну, блядь, хотел тебе. Ну все, поздравляю, проебал в ходу своей стрит. А что там, у него отношение 128, нормально, а не успеет. А мне нужно 93. Серьезно, так много? Да. Ну еще раз наберешь, что могу сказать. Ты мне союз-то прими. Не сейчас, сейчас тифтон. Все, я могу разорвать. Все, хорошо, давай, разрывай. Сейчас время придет. Я тебя не могу призвать, минус 44 отношения. А, еще деньги, сейчас будет, сейчас, Алекс. Я тебе еще имею претензии. Как все организовано? Как у тебя претензии в мою сторону? Вот, деньги верни. Принимаю, то от отказа отношения еще сильнее ухудшится. Так, я разрываю союз с Тифтоном. Давай. Я незалежность, поехали воевать. Не могу, минус 25. Так, ребят, я, если что, отошел, да, сразу, я отдал сейчас, не даст покоя. Что ты сказал? Твоё ебаная агрессивка сейчас не даст покоя, надо было сразу кидать. Чё-то тупанули, блядь, я про агрессивку не подумал. Культура. Культура так и прёт. Так, наёмники есть. Нужно быстрее разрывать. А, нет, с кем союз разрывать? Нужно быстрее... Швейцария, Бавария, он даже не хочет отдавать мою территорию. Так, все. Верону, Тревизо хочет. Ого. А что он еще хочет, скажите мне? Стоп, чистить. Репарации он давать не хочет.
Хорошо, подождем. Должен же захотеть, я думаю, рано или поздно. Так, а если что-нибудь другое потребовать? Не, никак. Так можно. А так, никак. Так, смотрим, насколько капнет. Насколько не капнуло. Чё? Ага, но она сегодня не будет со мной, так что один хрен. Ладно, не наглеем. Не наглеем. Получаем скорость восстановления реактов. Убираем к чертям. Убираем все, что можно, и живем. Просто живем. Хилимся, живем. Так, Милана не требуем, авария не примет. Все понятно. Так, сколько я могу поставить кондотьеров? Нужно спросить. Так, ребят. Что? У меня куча займов. Ну, а я воюю с кучей стран. Хорошо, это я понял. Сколько канатьеров я могу посылать? 5. 10. А, 5. А ты как идешь в это... А. Ну, я с той стороны посадил. Я в шампань иду сразу, чтобы его переходить. Ага, хорошо. Секунду. Ой, что-то мне не нравится, то что эти войска... Испанский ушли. Витя, если я помню, у нас по правилам было там одна пауза в 5 или 10 минут. Да. Просто азиатам это реально по будет терпеть. Да, еще. Ой, кто бы говорил, Лёва. Ну, за Японию, когда ты не можешь ничего. Да, я понимаю, что Лёва, тяжело терпеть, но делать, большинство пауз сегодня были техническими, когда нарушения исправлялись. Их без пауз сделать ну никак нельзя. Да, честно, ладно, я нарушил правила, но, по-моему, паузу мы не ставили. Пап. Да-да. Можно тебя? Куда? Сейчас, подожди. Давай ко мне. Ну, прям здесь. Ну, давай. Channel switched. User joined your channel. Где? Ты можешь мне деньги кинуть, а я тебе потом. Для улучшения отношений. Сейчас, да, могу. 100 монет примерно надо. А, какие 100 монет? Ты шутишь, что ли? Я тебе их верну. У меня нет 100 монет. Ну тогда ты мне сейчас вернешь. Окей? Угу. Так, ступай. Возвращай. Замечательно. Тогда может это будет плата за вступление? Ну верни. Я тебе за провансом подплатил тогда уже. Нет, почему? Я так и не получил 100 провансов. Ну отдай, пожалуйста, 100 монет. Сейчас, хорошо, ладно, подожди. А, я не слушаю, я не могу отдать. Невозможно отправить дар по причине испытывать дефицита за займов. А, найс. Ну потом отдашь, окей? Хорошо. Так. Выплатить займ, выплатить все, хорошо. Минус 6. Господи, как же все плохо. Так. Пока у меня нету восставашек. Пока нет восставашек. Не будем поднимать автономию. Вот сколько-то проживем с нею. Так, тут у меня все плохо. Техи будут еще не скоро. Очень.
Улучшить отношения с Зальцбургом, дипломатическая репутация, с Курфюстом. Что у нас тут? Кто? Богемия. Отлично. Отправляем улучшать отношения с Богемией. Предлагаем союз. Один хрен это пока что. Орел фон Хабсбург. Ребят, ну уже, не хочу личную унию. Не хочу личной унии. Не хочу. Очень медленно идет время. Угу. Союзник Сиена. 34 авторитета, но никто, естественно, какой ужас, никто не хочет со мной вступать. Австрия. Ну-ну. Ну-ну. Давай, я тебе заплатил 100 монет, а ты мне сейчас с Миланом поможешь. Ты понимаешь, что мне 0 рекрутов? Ну потом, потом, не сейчас. Может быть. Блин, Флоренция имеет слишком большое влияние. Что за Придется пока бороться с коррупцией. Блин, я даже не знаю, кого мне сейчас теперь захватывать. Сейчас, секундочку, подожди. Захватывай Феррару. Союз с ней, а вдруг Милан подключится. Причем Милан улучшает с ней отношения. Да, серьезное дело. Но сорян, с тобой союз я разорву. Не надо, пожалуйста. Да в чем проблема-то? Мне надо жить. Тебе что, с кем-то другим надо еще союз? Из Сри, без, не из Сри. У тебя один Сри, другой нет. Я в Сри. Ох. Так, я могу пятерку посылать только кондотьеров. А ты за кого, кстати, будешь? Чего? Ну ты за Францию. Ты за Францию или за Бурбу? А вот не знаю. Франция, конечно, хочет моих кондотьеров. Лучше не надо, нам лучше, если выиграть Бурбу. Что там с Кёльном интересно? Кёльн не воюет. Австрия позорно получила по рогам.
Тем более Милан не такой уж и сильный, и до него я просто никак не нашел. Ну вот нападай на него. Я в соло не потяну. Ну, с союзниками. Предложи земли. Феррара, но Феррара типа Мантуи, то есть Феррара с Мантуи будут воевать. А я слабее, наверное, сейчас Милан. Нет, не слабее. У тебя Урбино вассал. У него развитие на 20 больше. А, я понял. Я так понимаю, Богемии поставили аутиста бота, да? Бота аутиста плохо. О, вон Гарсбург, а ты можешь всё. За наследство напасть? На кого? На Богемию и заумить ее. Не могу. Почему? Ну, конечно, могу, но у меня нет абсолютно ничего из... А, у них не должно быть законного на... У них у него есть наследник, а у меня наследника нету. Он только родился. Ну ты что-то не сразу должен был так. Чувак, у меня наследника нету. Сейчас я упаду в унию, понимаешь? Возможно. Возможно упадешь, возможно нет. Так, ладно. Меняем задание. Глупость это. Так, с кем бы мне еще засоюзиться? А когда Вавилонская библиотека будет? Mm? Когда Вавилонская библиотека, не знаешь? Нет. Императрица. Ты серьезно? Серьезно? Нет, вы серьезно? Шанс на нового наследника минус 25. Ну-ка, тут он работает? Сейчас, где он тут смотрится? Шанс на наследника. Где посмотреть шанс на наследника? Ведь можно было уже. Сервер потерян. Замечательно. Будем надеяться, что эту конкретную игру не пустят в официальную катку, и мы перезайдем вообще полностью сначала. Кого я обманываю? Конечно, нет. Все игроки на месте. А это нормально, нас... что у меня тут сразу помните, несколько... 2 минуты пауза. Паузу нажмите. Да. Сегодня нас представляет итальянское братство и угощает. Завтра, точнее в следующую пятницу, в Восточной Европе погостим и так далее. А у меня 6 этих сразу событий со стартом. Ребят, все нормально, никто не вылетел? Я нет. Все живо-здорово. Все, тогда покидайте итальянское братство. Кого перетащить, говорите куда. Я сам перейду. Я сам иду. Так, я тут. У меня нужно. Не отменить потом этих кондотьеров. А, когда можно будет отменить, прислать двушку хотя бы. Я могу пятерку, нет? А ты можешь. Ты королевство? Ну тогда не присылай. Тогда не присылай. Потому что могу только двух игроков, я поищу себе королевство. Угу. Короче, ну. Понял. Я просил, да. Касты там совсем мало войск. Богемия, голосуй за моего несуществующего наследника, пожалуйста.
Нет. О, Кастильский. Ты знаешь за кого? Голосуйте за Францию. За узбеков. Франция, я иду убить голландский флот, потом выходи и присоединяй его к моему. Хорошо. У Каста флот стоит. Да, да, я вот это и вижу. В западном побережье Франции. Да, я это и вижу. Его больше, чем у вас. Да я знаю, спасибо. На здоровье, обращайся. Но... А еще у Касты армии в самой Кастилии совсем нету. А там крепость, мы не проходим. Да, там Наваррская крепость, это проклятая. Че, возвращаемся наверх? Не, я к тому, что выставка, если получится, то нормально. Богемия, поменяй, пожалуйста. Париж сразу отправляй. А мне не могут давать? Мне же тоже могут давать кондотьеров. Да, и тебе могут давать кондотьеров. Ну... Тортик, ты тут? Да, да. Тогда сразу этот, и мне, и Англии. Сань, выходи! Богемия, пора сменить приоритеты. Голосуй за моего несуществующего наследника. Да. За Москву можно голосовать, в принципе. Да, нельзя. В смысле? Нужна религиозная, это, у меня религиозный мир, чтобы... Так, с вами рогатая жабка. Угу. Здравствуйте. Это типа материться нельзя? Да. Нежелательно. Так, ну, Швеция, понятно, воюет за независимость, помогает ей Московия, соучаствует Тевтон. Сейчас посмотрим, сколько с какой стороны сил воюет. Ну, вы собрали, конечно, огромную армию. Она может информацию? Она может это узнать. Вроде как яички, вроде не страшно. Богемия. Да, можно. У вас с вашей стороны 50 тысяч пехот и 15 тысяч кавалерии. Спасибо. Это знаете. Все на можно узнать. Это вся информация, которая вам доступна. Спасибо. Но то количество, которое вы пытаетесь убить такими силами, если честно, Тевтона можно было и не брать. Хлав, давай. А он для флота нужен был. Он был уже для флота. Согласен. Хлав, давай бить брак. У моего наследника бесплодие. Сань, Австрия, так а на какой ты заключил мир? Одну провинцию, да, забрал у Венеции? Две. А мог три в теории? Мог, жаба, я мог в теории три, но... Кто вылетел? Богемия? Я может быстрее кину. Долбаться. Ребят, без Бурги нельзя, у него война. Да, но я знаю, что без Бурги нельзя, поэтому паузу. А можно сохраниться и запустить, чтобы я тоже попробовал, но потом то, о чем я говорил. Ну сейчас уже пробую, сейчас она будет перезаходить. Подождите, нет. Подождите, ничего не пробуй. Мне просто нужна именно запущенная игра и время, чтобы запустили. Если будем перезаходить, то пора пробуй быстрее. Так я и говорю, мне нужно, чтобы было запущено время. А сейчас нельзя запускать, потому что вылетел человек. Сузикс, по 1000 отправь туда-сюда. Mm? Вот провочка, давайте захвати мелкие. Ага, понял, да. Игра запустилась, и все очень плохо. Кто бы сомневался. Здорово. Привет. Все очень плохо. Мне? Нет, просто плохо. А, кому плохо? Тебе? Мне или очень кому? Плохо. Мне вообще отвратительно. А что у тебя? А, боль и унижение. А, думаю. Типа в долги влез? Во-первых, я влез в долги, во-вторых, меня просто избила Венеция. Жестко. Я теперь даже не знаю, что мне дальше делать. Потому что у меня нет наследника, сейчас будет война за мое наследство. Меня заунят. Я перестану быть императором. А сейчас у меня скоро еще в Гразе восстание будет. Знаю я ваш 33 года в Европке. У меня скоро в Грате восстание будет, ребят. Вы помните? А у меня случайно не бесплодие? Нет, не бесплодие. У моей жены, императрицы. То есть я в поисках, короче, наследника еще один брак заключил. В итоге, опа, на минус 25 шанса.
Где-то раньше можно было посмотреть шанс на наследника, сейчас его нет. Ну вылезти 25 и все. Да не, где-то же было, ё-моё. А чё тут высвечивается иконка, что державы хотят их кондотьеров, да, значит, но при можно этом послать. Отправить им нельзя? А, ну, типа они хотят, потому что они воюют и находятся рядом, а отправить нельзя, потому что они пройти не могут. Нет, в смысле, по деньгам не выходит. Но я что бы ни предложил, они... Да, там написано, нет. Они, твои кондотьеры, не могут к ним пройти, поэтому они не хотят. А, всё, я понял, я доступ к столице, да. Блин. Прикольно. Я думал, они как фои такие, оп, телепортируются. Было бы неплохо. Ага. Кёльн напал? Что Кёльн напал? Подожди. Фальц. Он держал защитник. Зангальская, да, согласится. Ай, падаем в минус 13. Блин, Брауншвейг. Сейчас он меня призовет ведь. Срочно связь разорвать. Оп, расторгнуть, поехали. Идеально. Просто такие экономисты мы тут сидим вообще. На содержание армии на ноль. Копим денег. А что у меня написано, что ты в войне? А, ты в войне, блин. Да забей, там один Брауншвейг. Смотри, там Ахен, он этот самый вольный город. Можешь его попилить? Ну, вообще желательно, конечно, все-таки пойти в Восточную Фризию. Вот только один союз с Гельдерном. Ну, у меня недостаточно войск для одного союза с Гельдерном. Я бы тебя послал бы, но, к сожалению, не могу, потому что у меня самого содержание армии на нуле. А если ты пошлешь за денежки, быстро все захватим и все четко будет. Ну, у тебя есть денежки? У меня есть денежки, да. Ну так, не то чтобы прям много. Потому что сейчас я, подожди, я сделаю армию, содержание армии, у меня минус 5.42, короче. То есть таких денежек у тебя точно нет. Ну, на 5 месяцев у меня хватит. Отлично, Ангаль да. Пошел. Ангаль пошел, короче, воевать с этими восставашками богеми вместо войны. Счастье. Блин, такая замечательная партия. Господи, такой жопы у меня никогда еще не было. У меня все плохо, потому что я не знаю, с кем мне воевать. Это кто? А кто? Папа. Хочешь с Гиной повоевать? Слишком она уж большая. Ты, подожди, ты можешь, ты можешь... Ну, без совой. Я могу напасть на Мюнстер, он в торговой лиге, и ты я чисто с Гиной повоевишь. Сколько... А, ну вот Сферар, 54-й год, нормально. Но если можешь пока... Если поможет, пока... если поможет, блин, я слушай, повоюю. Мне помоги. Ну есть проблема, я понимаю, что у тебя, но я еще слабже. Ты меня разгормишь, и я буду мочить все и вся. С дисциплинкой 110 в самом начале игры. Просто ужас какой-то, ребят. О, а Франция побеждает, надо же. Неплохо. А можешь мир подписать? С кем? С кем-то. Я ни с кем не могу. Смотри, Австрия, если, скажем, сделать тебе вольным городом какой-нибудь Насау
Еще на САУ не согласится, потому что... Ты скоро там закончишь войну, просто я не могу воевать, когда ты воюешь. Почему? Типа император воюет, твой союзник, император твой союзник. А Клеева, скажем, согласится. Так, Священная Римская Империя, здравствуйте. Здравствуй. Здравствуйте. Австрия, можно я тебя на всякий случай призову? Витя, я тебя забыл предупредить. Да. Мы с Тимуридом согласны на договор, который ты будешь закреплять твоей кровью. Хорошо. Австрия, можно я тебя призову? Скажи, когда нам зовут. Угу. В принципе, мы с Тимуридом этот договор можем в любой момент заключить. А, Австрия, да, кстати. Можно? А, чего? Куда? В какую войну? Узбек. А с Феррарой? Да. Если что, можно я Гакан, я, конечно, Гакан забираю. Потому что это мое, ну, какая-то хрень выделена. Окей. Это владение мое. Ну и узел, в принципе. Не вопрос. Через 5 лет. Пошли, людям мешаю. Ох, это великолепная ситуация. Надеюсь, сейчас Венгрия упадет не в улью, потому что иначе будет все очень плохо. А если ты нападешь? На Феррару есть КБшку? Можешь сделать? Нет, не могу. Не могу. А почему? У меня шпионские сети очень долго будут сфабриковаться. Ну, начни, пожалуйста. Потому что 5 лет ждать мне. Либо мне 5 лет ждать, либо тебе одну КБшку сделать, я ее захвачу. Это у нас тут Никитосик просит? Да. За Никитосика, кстати, голосовали, что он первый сольется. Вот это вам в рожу, те, кто так голосовал. И я в том числе. Ну, не факт, что он не сольется. Он еще жив. А кто первый слился? Ну, еще пока никто не слился, вот. Но Никитосик так что, жив. Так что не волнуйся, все еще впереди. Я сам за себя голосовал и просил голосовать за меня. То есть тебе нравится, впереди. Когда думают, а потом ты их разочаровал. Ну я стал популярным, понимаешь? За меня столько человек проголосовало. Я смотрел там из второго эшелона, скажем так, стран, кто будет самый топовый, проголосовали за жабу и за меня. Люди явно не знали, куда они лезут. Ну, Австрия, ну ты начнёшь... Всю топовость отдаю тебе. Сань, ты еще не знаешь, каким ты будешь в... После того, как закончится французско-бургундская война. Я чувствую, я буду целью Бургундии. Австрия, ну ты начни, пожалуйста, ну, делать... Это если Бургундия выживет в этой войне. А шансы Бургундии уменьшаются. Вроде бы. Или с Венецией может повоевать еще разик. Я могу с Венецией повоевать еще разик, когда перемирие закончится. Ой, Австрия, ну, блин. У меня агрессивка уже в ноль спала, мне срочно нужно воевать. Кем? Кроме Ахена никаких целей нету. Ну хорошо, бей Ахен. Австрия, начни, пожалуйста, КБшку делать, умоляю тебя. Я начал. Спасибо, так. Это кровосиси, которые сосут в империи. Так, тихо, Витя. Папа, поздравляю. Все, я пошел. Что там случилось? С чем поздравление? Да, мне тоже интересно. Ты кого-то отлучил? Нет, я никого не трогал. Так, мне самому интересно, это кто сказал? Сейчас разберусь, узнаю. User was moved out of your channel. Пап, слышишь, что да. Это? Чтобы нам воевать с Венецией, нужно как-то флот Венеции того. Венеция слишком ходовая, мы ее не побьем, я это понял. Ну, сейчас бы да. Хорошо повоевать с Геной, если бы ты помог. Хотя мне бессмысленно воевать с Геной, я не смогу ее нейтрализировать, точнее. Ты сможешь, подожди, ты сможешь. Нет, ты не сможешь. Слушай, ты сможешь. Я только что проверил. Не, он не сможет. Я не смогу. Я понимаю, что он не может фабриковать претензии, но он может национализировать. Нет, радуешь национализации и дальше.
чем радиус клепания. Ну, в принципе, там через до моря, по идее, не очень далеко. Я просто не знаю просто. Он в Корсике строит замок, когда построит, я этот замок не захвачу из-за его флота. Так что счет не наберу. Поэтому надо либо сейчас нападать, но соло я не потащу. То есть ты, Кьёльн, хочешь на кого-то напасть, Австрия, пожалуйста, поможет нам с Генуей, и все, и будет. Можете дать мне по фасту денег немного, я вам кину в задание. Ну, вы мне, я обратно кину. Австрия, а как у тебя это... Можно, ну, хоть 20, хоть сколько, да? Где твое порабощение мира? Оно в процессе, я уже БД восстановил. Я что-то не вижу, чтобы у тебя Франция в осалах была. Ну нормально, нормально, надо подождать с ним долго. Да. Киньте кто-нибудь 25 рублей, я выполню задание и тут же верну обратно, пожалуйста. Не, мне 25 рублей на карте не ловится. Кьёльн, ты, да? Да. А, не, не могу, мне вассал, эти дипломаты заняты, извини. Ну, господи, ну вот зови, призови. Фабрикация, брат. Фабрикация шпионской сети у меня, понимаешь? Что дает влияние на державу? Кинь ему, пап. Сладкий великая держава. Пап, римский, кинь ему. Что? Кинь ему... 25 рублей. У меня денег нет, честно. А как у тебя, кстати, дела с Феррари? 7 этих пунктов. О, нормально. Кьёльн, ты хочешь в войне поучаствовать? Точно быстрее, чем 5 лет моих. Кьёльн. А, блин, если ты меня призовешь, все равно какая разница. Кьёльн, кыса. Кьёльн. Так, блядь, хорошо бы поговорить с тортиком. Ты в Австрии. Не, все, я сваливаю. Где? А где тортик, ребят? Тортик тут. Благодарю. Где? Что там? Вот, слушай, ты на Каракаюнлу готов напасть? Тут иракские сепары полностью развили армию Каракаюнлу. Я создаю шпионскую сеть, буду пока этот... Ну, мне нет смысла пока на них нападать. Там через два забыли идет этот... Я вижу. Я только шпионскую сеть пустил. Окей. Они преследуют меня. Чего тебе? Ты можешь сейчас мне помочь с Флорой прийти ко мне? 10 тысяч хватит, честно. Ты мне денег дашь? Денег дам, 25 монет, как ты просил. Я не просил, Кьёльн просил. А, ну Кьёльну дам. Ну или как, и тебе дам 25 монет, как хочешь. Мои кошки дерутся друг с другом. Ой, я остальные пробки не присоединился, Ри. Подожди, пока не присоединяй, кстати. Уже присоединяю. Авторитет растет, видишь? Нет, не вижу, 38, как был, так и остался. А, нет, был 35. Сейчас гляди, еще одно присоединение.